Всем привет! Получили мы долгожданную посылку, наш приз с розыгрыша. Достался он мне так необычным образом. В розыгрыше он был у Юлии Кисель. Там у нее выиграла галка. На рыбалке или на рыбалке с галкой. Не помню, как канал называется, но интересный канал. Но так как она не с Украины, она разыграла его у себя на стриме. И выиграла я такую вот красивую бутылочку. И в бутылочке вино. Вот такая красота. Ссылки на эти каналы будут в описании под видео. Спасибо, Юлечка. Спасибо, Гала. Очень красиво. Не, Илюш, тебе это нельзя. Еще я получила посылочку. А, еще в посылочке было, Юля, спасибо, но конфет уже нет, так как это я вчера привезла. Вот такой вот подарочек для детишек с конфетками. И магнитик. У нас еще такого магнитика нет. Свинки. Ну, дай мама покажет. Схватил бутылку и магнит. Дай. Дай мама покажет магнитик. Дай мама покажет. Дай. Ну, дай. Илюш. Ну, дай мама покажет. Нет. Не дает, короче, он. Забрал магнит. Такая коробочка. Юлечка, спасибо большое. Ее получили мои знакомые в Артемовске. И вчера я ее только забрала. Она лежала у них. То, что не успела я ее в субботу забрать. Она пришла вечером. Вот это отрывать нельзя, Илюш, с бутылочки. Вот. И магнитик. Где ты положил магнитик? И вот такой магнитик покажу, пока он не берет. Вот такая красота, Юлечка, спасибо. И еще я с Жума получила две посылочки. Вот такой держатель для телефона. Сейчас, Илюш, дам вот так вот держать. Сюда ставится телефон. Забрал. Все забирает. И, наконец-то, штатив. Что я могу теперь ставить телефон и сама снимать видео. Это из недорогих, дешевый. Я уже даже не помню то, что заказывала, оплачивала давно. Оно только вот пришло мне. Да, Илюш? Все забрал. Ну, вот эта штука удобная. Муж говорит, это кастет. Как кастет. Все. Применять. Нет, Илюш, это не туда. Все ему надо применить. Все ему надо попробовать, да? Дай мама посмотрит. Дай. Не дашь? Так что вот такие посылочки. Хорошие. Потихоньку. Взял, кинул. Покупаем. Для удобства снятия видео. Пытается одеть. Да, блогер, ты мой блогер. Ну все, всем пока. Спасибо за внимание. И мы кинули. И мы кинули это все. Вот. Ну дай мама оденет, покажет хоть. Вот, вот так вот она. Или камера, или телефон сбоку. Но очень удобная вещь. Все, всем пока. До новых встреч.